Есть формулировка альтернативной медицины, есть формулировка теперь уже комплементарной медицины, есть формулировка традиционной медицины. Сейчас у нас законодательство пересматривается, я вот была на конференции вот этого года, и теперь у нас гомеопатия из методов, необходимых для медицинского лицензирования, под вопросом переквалифицироваться из методов традиционной медицины в комплементарную медицину. То есть она не альтернативная, альтернативная — это там порчи, заговоры и так далее. А она относится к методам традиционной медицины, как и иглорефлексотерапия, мануальная терапия. То есть вот она в этой категории.